Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил слететь на валдропчик, у меня на балике 4624 рубля. Давайте со стата откроем что-нибудь жесткое, чтобы прям с первого кейса был хороший окуп. И я предлагаю, наверное, открыть... Давайте вот сотики за 999 рублей одну штучку. Давай прям с первого кейса хороший окуп, пожалуйста. МП-9 гидро падает. Ну, сколько она? 479 стоит слабенько. Давайте попробуем апгрейдиком добить... Где-нибудь тогда на 1200 сделать, чтобы уйти в плюс. Давай, 35%, пожалуйста. Так, апгрейдик. Мы вроде как, да, успешно выигрываем. Нормально. Начало ролика у нас плюс 200 рублей. Не прям жесткий плюс, но нормально, сойдет. 4800 на балике, красота. Также напоминаю, мужики, все, кто хотят покатать на валдропе, вы можете при пополнении ввести промокод NIK40 и получить плюс 40% к пополнению. Депать можно абсолютно всего. Скивался карты скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили уже 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании оставлю промокод на бонус бокса, чтобы крутануть его второй раз. Первый раз вы можете его просто крутануть, если регать по моей ссылочке в описании под видео. А второй раз по промокоду, который я тоже оставлю в описании. Здесь иногда падают бездепозитные плюшки, иногда может вообще упасть случайный ножик или случайные перчатки. То есть просто зайти, крутануть, попробовать что-нибудь выбить обязательно нужно. Еще у них есть розыгрыш, тоже можете в них принимать участие, МБ что-нибудь выиграть. Так, все, ладно, полетели. 4800 на балике. Давайте сейчас, наверное... Тут, кстати, новые кейсы появились. Да, вот мышки, клавиатуры, стулья, процессоры. Но, честно, какие-то очень дорогие кейсы. Вот я могу только мышки, наверное, себе пока позволить открыть. Давайте 3 штучки на 1200 попробуем. Падает на 533. Честно, говно полное. Продаем и идем другой кейсик открывать. Давайте засекреченное. Лучше 3 штучки. Так, засекреченного. Ну, агент падает. Агент он сколько стоит? А, он 188 стоит. Кстати, в засекреченном появились агенты. Так, 3400 на балике. Плоховато. Давайте еще 2 штуки попробуем. Maybe сейчас что-нибудь выдаст. Ну, P250 азимов извилины. Может быть... Да не, говно полное. Ладно, давайте это дело продадим. Надо идти открывать кейс коллекционера. Вот этот кейс хочу открыть. Одну штучку на 1000 рублей, давай. Найс, мне падает подтвержденное убийство. Вот это другое дело. Продаем, я говорю, кейс коллекционера — это тот кейс, который всегда меня спасает. Он иногда может слить жестко, но обычно, если у меня балик минусовой, то есть я в других кейсах посливал, то именно вот этот кейс меня сейвит, и он выдает. Не знаю, как это работает, но это так работает. Давайте даже еще одну штуку попробуем. Со второго, кстати, по 90 азимов падает. Если он прямо с завода, то это тоже окуп. Но он не прямо с завода. Давайте просто тогда апгрейдик на 2000 попробуем сделать. Вот такой вот, 48%. Так, апгрейд мы выигрываем. Нормально, косарик свой камбэкаем. Давайте это все дело тогда продадим. На балике у нас 5800. А также надо открыть все бесплатные кейсы, которые у меня доступны. Давайте их сейчас первые открываем. Здесь бесплатный кейс открывается в зависимости от депа. Так, ладно, полетели дальше открывать кейсы. Давайте школьный обед. 10 штучек на 1000 рублей. Сейчас хочу пройтись по дешевым кейсикам, но пооткрывать по 10 штук. Ну, кстати, есть пару статрековских вещей, но, к сожалению, вообще не окуп, даже не близко. 333 рубля, слабенько максимально. Давайте эфириум кейс одну штучку попробуем на 1000 рублей. Но статрек Юсп Страж, он может быть дорогим, но, к сожалению, нет. Давайте кейс коллекционера 3 штуки пробуем вот так вот сделать. Давай, 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 давай. Не, не, ну одно говно падает. Так, ладно, 1358 продаем на балике 3377. Давайте кейс для инвесторов за 2000. Здесь лежат шмотки, которые должны расти в цене. И иногда что-нибудь падает жестко отсюда. Ну, блин, ну какая наклейка Hellraisers? Ну, мужик, ну 613 рублей. Ну, можно более слабо. Ой, ладно, давайте засекреченные 3 штуки попробуем. 1200, может, меня это хоть порадует. Ну, Сян Лю какой-нибудь может быть дорогой. Да, 2700, найс, продаем, нормально. Погодите, 4000 камбэкаем. Засекреченное мне выдает. Я хочу еще раз попробовать кейс для инвесторов. Ну да, со второго раза-то надо. Ну, блядь, да, наклейки, история о драконе. Сколько ты стоишь? А, ты это окуп? Нормально, продаем. Я думал, это, честно, дешевая наклейка очень. Давайте игровые приставки попробуем 2 штуки. Вот эта штука может быть дорогой. Но нет, к сожалению, нет. Можно еще 2 попробовать. Не, вообще выдавать не хочет. А, нет, хочет, нормально, 2000. Чего? А, это сувенирный Ахерон. Я-то думаю, нормально, 5297 рублей на балансе. Не так плохо, окей. Давайте теперь кейс лейтенанта, 3 штучки на 1200. Тоже можешь вот эти по-братски. Ну, кстати, статрек картель, он... Найс, 4300, найс, продаем. На балике 8400. Честно, я думал, то, что мы уже будем заканчивать ролик не в окупе. Но как-то все резко завертелось, и мы начали выходить в плюс. 8400, найс. Давайте сотики еще раз за 1000 попробуем. Пиксельный камуфляж, он дорогой же, да? Сколько он стоит? Он стоит 2670, найс. Мы это продаем дело. На балике 8600. Так, сейчас можно попробовать обуз сайта. Давайте 5 штучек. Пройдемся по более дешевым кейсам. То открывает что-то он ли дорогие. Защитный каркас. Ну, кстати, вроде должен быть окуп. Ну нет, 502 рубля, слабенько, давайте еще 3. Вот эта городская опасность дорогая, я ж прав? Ну, она выглядит как дорогой 5-7, я не знаю, как вообще. Какой 5-7 дорогой, какой недорогой? Почему вот мигалка какая-то, где там синий и красный, тоже просто дефолтный цвет,
Оно стоит там 3-4 тысячи, это 190 рублей. Как это работает, вообще хуй пойми. Ну ладно, давайте контрактик попробуем сделать. Так, с контракта падает 310, если честно, слабенько. Давайте апгрейдик 5x попробуем, 17% вдруг поймаем. Ну, кстати, есть шанс или нет? Ну, не, апгрейдик мы, к сожалению, не ловим. На балике у нас 7511 рублей. Кейс полковника. Вот этот кейс вроде мне в прошлом ролике неплохо выдавал. Две штучки давайте. Две АВП древесная гадюка. Что же за говно мне падает? 606 рублей. Давайте еще один, может быть, все-таки выдаст. Ну, статрек PD50 азимов, может быть, дорогим, но, к сожалению, нет. Давайте апгрейдик вот такой вот. 44%, выдавай по-братски. Так, ну апгрейдик мы вроде как все-таки выигрываем, да, да, найс. Я думал, я сейчас апгрейд проиграю, я был бы в тильте. Я, короче, предлагаю на самом деле на этом заканчивать ролик. Сегодня, конечно, ничего не подняли жесткое, но когда мы вот так вот еле-еле выходим в плюс, надо уметь останавливаться. Я мог чуть раньше остановиться и уйти в плюс где-то, ну, было бы всего 9000 у меня на балике. Но 6000 тоже неплохо, подняли почти 2000, я считаю, нет смысла дальше рисковать, то лучше на этом уже закончить ролик. Еще раз напоминаю, мужики, все, кто хотят покатать на валдропе, вы можете ввести этот промокод и получить плюс 40% к пополнению. Депать можно абсолютно всего. Скиваться карты скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400. Вы со старта в хорошем плюсе. А также в описании оставлю промокод на то, чтобы крутануть 4 раза бонус-бокс. Еще у них есть розыгрыши. Короче, халявы на сайте много. Все, пацаны, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Ну и все, че, пацаны, всех люблю.